друзья, вы на канале Катя, с вами Катя, и сегодня мы продолжим играть в игру House Flipper. Я, друзья, уже в игре, помните, мы с вами в прошлой серии обследовали этот дом, и вы прекрасно знаете, что наши планы сегодня будут навести в нем порядки. И первое, что я сделаю, так это буду ремонтировать все батареи в этой квартире. Я нашла место, где можно установить ванную, поэтому решила, что сразу мы ее по-быстренькому здесь установим. Я как-то каким-то образом установила тут все, поэтому, в принципе, можно идти искать дальше, что устанавливать. Ребята, ничего не нашла, ну и по идее можно начинать что-то из этого делать. Я полагаю, что здесь мы должны что-то как-то переделать. Здесь я хочу немножечко по-другому все покрасить. Берем светлый персик. И сейчас будем делать эту комнату более разноцветной. Я, значит, беру краску и крашу вот эту вот стену. Мне кажется, что получилось вполне себе ничего так. И, в принципе, здесь можно, к примеру, поставить стул, чтобы поставим сюда парочку картин. Картина достаточно большая, поэтому, я думаю, хватит и одной. Единственное, что тут везде нужно помыть окошки. И, ребята, я вымыла все окна. Конечно, мне не так много времени понадобилось, минуточек 5, наверное. Ну и знаете что? Больше делать в этом доме нечего, поэтому я прихожу к такому решению, что идем выполнять задание. Реновация дома и не разбираться в ремонтах, мне нужна помощь. Обучение заняться стеной. Вот, давайте надо заняться стеной. И поехали. Измени стены, покрась комнату. Ну что ж, заходим в коридор. Измени стены. Значит, тут, я так понимаю, нужно все бухать. И дверь, я так понимаю, тоже менять. Хорошо. Ну, я погнала. И дядя, вот, чтобы все разбомбилось. В какой-то комнате нужно покрасить стены. В этой, что ли? Это сонная синева. Когда-то мы уже красили в сонную синеву. Получилось очень красиво, поэтому, я думаю, тут тоже все будет красиво. Закрываем дверь и еще поедем красить. Я, ребята, все покрасила и заказ завершаем. Пусть заказ за 2000 нам заплатят. Неплохо, неплохо. Я заметила, что есть задание, которое я завершила не полностью, и которое мы можем отправиться и доделать. Вот, например, заказ. И я погнала тут, собственно, разбираться с этими всеми делами. И, ребята, мы завершили это задание за 2300 гривен. И на этом, пожалуй, закончим. Мы сегодня разобрались с этим домом и выполнили также 2 задания. В следующем, возможно, я доделаю тоже пару заданий в следующем видеоролике. Ну, это мы уже посмотрим. Потому что у меня еще есть недоделанное задание. Это 2 задания: подготовка к рождению нового члена семьи. И я очень прошу мне помочь, я заплачу. От Марка Мыльникова и Валентины Трещинской. На этом все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.